Red carpet. Наконец-то долетели. О. Еда. Well, thank you. Конечно, не шведский стол. Там что-то есть охота. А я сегодня самая первая вам желаю доброе утро. 7:30. Мы долетели, проснулась вся мокрая. Спина затекла. Глаза не могла открыть, вообще не поняла, где я нахожусь. Сейчас главное доехать до гостиницы и сами знаете, что занять горизонтальное положение. Я желаю вам доброе утро и хорошего дня. Все, мы на базе, Турция, встречай. 2 дня с тобой я. Все, чемодан пришел. Вот он мой. Слева рама, справа. И мы едем. Мы едем в отель. Ну-ка, посмотрим, погодка. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое. Какая комфортная погода. 8 утра, прям супер. Тири-тири. Это канал Ава Море. Какая красота. Где море? Вон оно. Вот почему так спать охота? Может, туда? Вон туда вот. Вон туда хочу. Или вон туда. Ой, как красиво. Какой воздух свежий. И для детей бассейн. Доброе-доброе утро. Красивый отель очень. Птички поют. Тири-тири. Тири-тири. Это канал Ава Море. Какая красота. Где море? Вон оно. Вот почему так спать охота? Может, туда? Вон туда вот. Вон туда хочу. Или вон туда. Ой, как красиво. Какой воздух свежий. И для детей бассейн. Доброе-доброе утро. Красивый отель очень. Птички поют. Тири-тири! За окном все купаются, солнышко светит. У меня просто нет сил. Так устала с кроватки, дошла. Съела абрикосик, понимаю, что спать хочу. Вот так вот и жизнь проходит. Ночные перелеты дурацкие. Но мне нужны силы для концерта сегодняшнего, поэтому завтра будет возможность немножко поваляться, потому что сейчас буду все равно еще отдохнуть чуть-чуть. По-новому банально.
начинали. Ты каждый раз по-новому, начинали. Ну все, я расходилась уже. Вспомнила, что я взяла с собой купальники красивые. Надо же их выгулять. Сегодня один, завтра другой. Сижу на балкончике, сейчас закажу что-нибудь пообедать. Даже свежего. Я теперь воду называю водицей. Твои слова, водица, так не годится. О, еда пришла. Еда, ура, ура, ура. Так, вот наш обед. Морепродукты, рыбка, кальмары. Салатик. Свежевыжатый сок. И вот такой вот вид на балкон. На балконе. Всем, кто думает по поводу поездки в Турцию, хочу рассказать, погода очень комфортная. Я прилетела в 8 утра, было не жарко. Вышла на балкон в 4, и тоже очень комфортное солнышко. Вот сейчас вечер, прекрасный закат. То есть погода очень комфортная, свежий воздух. Так что имейте в виду. Турция вообще классная. Я люблю гастроли летом, потому что есть возможность не только отдохнуть немножко хотя бы. Перепутал. Есть возможность не только поработать, но немножко отдохнуть. И завтра у нас будет денечек, чтобы я могла покупаться и погреться в лучах солнца. А на носу у меня для моих внимательных подписчиков от очков. Личико тоже отекает немножко, поэтому жмут. А без очков я ничего не вижу. Так не годится. Она не хотела разводиться. Слава водиться. Так не годится. Но я не хотела. Мы готовимся, Мариш. Вот все красивые. Кто ко мне приехал, Сань, давай. Арбузы, что ли, приехали? Танцуй под бузову. Здравствуй, моя дорогая. Я снимаю привет дала. Я тебе такой привет передала. Я сказала, что у меня тут будущий муж. Ты что, на себя подумал? Нет, конечно. Бузов фридзон. Понимаете, кто ходит на мои концерты? Бузов фридзон. Всем привет. Скажи что-нибудь, у тебя еще есть 15 секунд. Ты же... А что, у меня есть минута? Минута? У меня есть вся жизнь. У меня есть вся жизнь. У тебя есть весь мир. Конечно. Я мог. Девочка такая. Ну, идем. Вам понравилось? Молодец, конечно. Что там произошло у тебя? Все,
желание казиста, жизнь парикмахера. Помощник артиста. Просто в полевых условиях. На самом деле все вот так. В темноте. Просто в улице, света нет. Такая жара, что у меня просто от локнов ничего не осталось. Дайте свет. Зато сделаем генератор и выключим. Красиво включу. Завтра я должна быть красивой. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Иванов. Пожалуйста, вы можете с нас сфотографироваться? Это не Оля. Это сторис. Олечка самая лучшая. Чувствую, что у нее там уже горячо. Какие красивые девочки на моих концертах. Посмотрите. Азиаточки. Мадина! Спасибо. Я была еще лучше, когда... Девочки, подождите, я должна это сделать. Самая лучшая девочка у меня на концертах. Подождите. Я тоже... Я снимаю видео, у меня в сторис будет. Можно взять. Спасибо. Олечка, самая лучшая. Твоя любовь всегда с тобой. Спасибо. Что мы делаем после концерта? Смотрим стендап. А, мы спим. Мы смотрим стендап. Кто съел макароны? Ты ел. Ты тоже ел. Я чуть-чуть попробовала.